близнецы. Близнецы это очень круто, если он один, и совсем абзац, если их хотя бы два. Могут пиздеть без остановки хоть трое суток и ни разу не повторяться, что в общем-то прикольно, но иногда утомляет. Близнецам обычно все завидуют, потому что он и жнец, и чтец, и на дуде игрец. Проще говоря, в каждой жопе затычка. Но никто не догадывается, как на самом деле трудно близнецам выжить и выбрать в этом огромном мире возможностей. Им всегда кажется, что жизнь проходит стороной, даже если он по уши в говне в событиях. Любит трахаться, жрать и получать новую информацию. Лучше всего одновременно. За это-то и слывет извращенцем, хотя на самом деле он просто экономит время. Феноменальный ленив 90% своей бурной деятельности разворачивает только для того, чтобы от него наконец отъебались и оставили в покое. Производит впечатление пиздобола и в общем-то Васи, хотя на самом деле не дурак. Почитать в перерывах между распиздянищем Канта или другую какую-нибудь философскую лабуду. Чтение зачастую все равно сопровождается идиотским смехом и междометиями типа что очень мило смотрится, потому что юмор у Канта действительно может найти только близнец. Сентиментален, как последняя портовая блядь. Верит в романтику, хотя постоянно от нее открещивается и демонстративно скалит зубы над теми, кто о ней говорит. В любви обычно несчастен, потому что терпеть постоянно устраивая близнецом феерии, идиотического веселья и веселого идиотизма в силах только Овен, а на всех близнецов говна не хватает. Маму, 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 маму.